Областные власти сократят количество целевых программ. Такое задание дал Кабмин. Сейчас в регионе их действует больше 60. Денег на все не хватает. Сократить придется не меньше дюжины. Финансирование оставшихся обещают не урезать. По задумке это позволит не распылять бюджетные деньги, а сосредоточиться на выполнении конкретных проектов. От каких именно программ избавиться, в облсовете еще не решили. На уровне государства поставлена задача сократить количество государственных целевых программ не менее чем на 20%. Это объединение программ в комплексные программы по общей тематике или отраслевой направленности. Это включение отдельных мероприятий в другие программы. Это, скажем, досрочное прекращение тех отдельных программ, которые будут определены как, скажем так, недоцельными для подальшей реализации. Ближайшая сессия областного совета состоится 14 ноября. Среди резонансных вопросов – продажа дворца Курицы в Петровке. Памятник архитектуры национального значения хотят пустить с молотка. Если депутаты дадут добро, аукцион пройдет уже в декабре. Он в ужасном состоянии. С каждым днем это состояние становится все хуже и хуже. И средств на его содержание, а тем более на реконструкцию, в местных бюджетах нет. Есть две фирмы, которые проявляют интерес к этому объекту, пока две. Вот, поэтому путем аукциона и попробуем его приватизировать.